году мы открываем 90-й сезон. Соответственно, театр ведет свою историю с 1931 года. Но это не первое наше здание. Мы находились на Маяковке, там, где сейчас новый вход в здание метро Маяковское. Театр там существовал до 70-го года. В 70-м году мы переехали сюда, где старое здание театра, которое строили для Константина Сергеевича Станиславского, отдали образцовы, и таким образом оно было немножко модернизировано, и театр переехал сюда в 1970 году. Здесь у нас большой фойе, здесь у нас музей, который ведет свою историю с 1937 года. На самом деле история интересная, потому что когда театр получил первое здание на Маяковке, оно было отдано Образцову после реалистического театра Хлопкова. Это был такой себе театр, у которого были балконы. В кукольном театре балконов быть не может, потому что если мы посядем на балкон, мы увидим все тайны и всю химию кукольного театра. И поэтому было решено размещать там кукол. Таким образом и музей был рожден. Высококачественно делали мастера много лет назад, переехал к нам в это здание. Итак, мы с вами находимся большого фойе нашего театра. К сожалению, выставка пока наша не готова, но к 1 сентября обязательно приходите. У нас будет новая выставка, посвященная 90-му сезону. Вот. Надеюсь, что она вам понравится, так что приглашаю официально. Костя, ты нам хотел, чтобы я показал еще малый зал, да? Я думаю, что сразу большой. Куклам, да. Куклам. Да, что происходит в этом зале сейчас? В большом зале? Вот где куклы, да. Давайте так, в нашем театре три сцены, мы вообще являемся самым большим кукольным театром в мире. Вообще кукольный театр — это же такая история, немножко не такая большая, как, да, потому что если у тебя 1000 человек в зале, то последние ряды ничего не увидят. Это очень интимный вид искусства. Но мы являемся самым большим кукольным театром в мире, и у нас три сцены. Мы с вами сейчас находимся около большой сцены, 365. По-моему, видно. Я за музей отвечаю, я могу ошибаться. У нас зеркально, то есть спина к спине, расположена еще малая сцена. Там порядка 260 мест. Вы сейчас ее увидите, наверное, да? Потом позвольте, сейчас я вас приглашу тогда на большую сцену, где у нас ждет для вас сюрприз. Скажите? Ну вот нас и пригласили, да. С Александром. Борисовичем. Можно здесь? Опять вот? Катя, я Вот приходится без масок быть. Страшно сказать. Ты же знаешь, тебя всегда ждут все. А что, на фоне? Придется с этим. Привет. Да, вот мой барон Мюнхгаузен, шикарная кукла Алина. Она так работает, у нее и глаза, и усы. Что, спрашивать что-нибудь? Или просто сидим? Как куклы. Вот решишь. То есть они ждут актеров, эти куклы? Да, они ждут актеров. И вот все говорят, ну где вы, ребята? Мы вас ждем. Раз нас там пока нет, так мы будем здесь. Вот замечательная кукла, сделанная Сергеем Александровичем Алимовым, барон Мюнхгаузен. Она потрясающе работает. Она как живая, и дети, когда начинается спектакль, спрашивают, это кукла или это человек? И те, кто подальше сидят до конца. Я думаю, что ночью она оживает. Так видно, что она признаки живого человека. Не так что не ходите у нас ночью. Можно подвинуть? Барон Мюнхгаузен. Замечательная кукла. Эту куклу своими руками лично расписывал народный художник, академик Алимов Сергей Александрович. Вот это, она потрясающе работает. Наши актеры, два человека ее ведут. Она и ногу на ногу закидывает, и глаза у нее, видите, работают. Вот такая вот. Сюда можешь посмотреть, сюда. Разговаривает, рассказывает детям свою замечательную историю. Что еще вам рассказать? Вот, и куклы другие нашего театра сидят здесь в зале. И все вопрошают, где вы, ребята, скорее берите нас в руки, выходите на сцену, потому что действительно уже
шутки шутками, но так долго, долго не играли. Для актеров сейчас важно... Кукла это же как скрипка, да? То есть вот не играл 4 месяца на ней. Приходи, работай, работай, работай. Заново вспоминай этот инструмент. Так что сейчас нам предстоит огромная работа. Просто огромная. Даже себе не представляете. Каждый спектакль надо повторять. Делать новые надо успевать. Вот сейчас все этим заняты. Сейчас голову совершенно себе свернули, как это все воплотить, как это все успеть. 1 сентября мы открываемся. Мы открываемся, как всегда, спектаклем «Необыкновенный концерт». Это такая традиция. «Необыкновенный концерт» идет 2 раза в месяц, но всегда он еще открывает. Театральный сезон закрывает и обязательно играется под Новый год. И есть люди, которые каждый Новый год ходят смотреть «Необыкновенный концерт». Видимо, они приходят здесь, похохочут и идут уже есть салат оливье. Довольные и веселые. У каждого своя традиция. Да. А какие куклы здесь еще представлены? Из каких спектаклей? Для этого мне надо развернуться. Видите ли, я спиной сижу. Сейчас я встану, расскажу вам. Здесь сидят вот... Чуковского, наш Чуковская, свинья и слон рядышком сели. Но это, конечно, вот сейчас вы снимаете, это Буратино, Мальвина и Пьеро. Многие куклы здесь еще есть, те, которые уже перенесены в музей. Трогать на сцене, вот там на сцене, я имею в виду, где уже актеры, может только тот, кто ей работает. Это такое правило было всегда, потому что перед выходом на сцену актер положил куклу так, как он ее возьмет, как он уже, так сказать, в руке ее приладил. Когда я была маленькая, мне тоже запрещали трогать кукол, это было обидно, но тем не менее так. Ну и что, я так бесконечно рассказываю? Нет, можно нам не нравится. Режиссер один уже здесь. Вот эта замечательная кукла, вот, про которую я вам только что говорила. Ребята, садитесь, пожалуйста, в зал. Кукла моей мамы, то есть, которую она играла, это образ Шахерезады Степановны. И вот до сих пор все признают, что так как она сыграла эту роль, одна фраза, да, у персонажа, но это вызывает бурю смеха. Давайте, как номер, да. Цыганский хор вас приветствует. Это знаменитая Венера Пуговкина, которая, как вы помните, она засыпает в необыкновенном концерте. Венера, бей, Венера. Я начинаю. О, да Венера, басом петь. Поет мужчина. Конечно. Вот пришли актеры, может, их перехватят. Маску не надо.